Сегодня будем рисовать вот такую синицу на цветущей ветке. Начинаю с того, что нахожу середину листа по горизонтали и по вертикали и поднимаю эту отметку немного выше. Для тела синицы намечаю два одинаковых кружочка по диагонали. И еще один такой же по размеру кружочек добавлю для головы. Дальше объединяю голову и тело в одну форму, добавляя со стороны грудки еще немного объема. Выделяю крыло и намечаю хвост. С небольшим наклоном делю голову пополам, чтобы найти клюв. И еще раз пополам, чтобы найти глаз. Ниже намечаю лапку. Теперь к этой лапке нужно пририсовать ветку, вот так по диагонали из одного угла в другой. От основной ветки пойдут в стороны еще какие-то более тонкие. Дальше нужно слегка наметить кружочками будущие цветы, по несколько штук на каждом ответвлении. Осветляю получившийся набросок и прорабатываю его более точно. Круглую заготовку для каждого цветка делю на 5 лепестков. Для контуров буду использовать цветной карандаш нейтрального оттенка. Обвожу им весь рисунок, а простой карандаш нужно будет убрать. Для раскрашивания будут нужны такие оттенки: ярко-розовый, бледно-розовый, бледно-голубой, ярко-голубой, ярко-синий, темно-синий, лимонный, средне-коричневый, несколько холодных серых. Черный.
Для начала самым светлым серым закрашу голову синицы и намечу светлую полоску у нее на крыле. Дальше хвост, крыло и шапочку на голове закрашиваю ярко-синим. На плечи и шее, а также на лбу, делаю переход в более светлый оттенок. Край шапочки можно немного размыть светло-серым. Грудь и живот закрашиваю лимонным. А шею и спину тонирую вторым слоем, чтобы получить яркий зеленоватый оттенок. Дальше, используя серое, буду придавать синице объем и добавлять более мелкие детали. На спине, животе и груди мелкими штрихами прорабатываю текстуру оперения. Более темным серым намечаю крупные перья на хвосте и на крылья. Сверху прохожу опять синим, чтобы вернуть заливке яркость. Самыми темными оттенками закрашиваю глаз и клюв. А также прорисовываю маску на голове и самые темные участки на перьях. Резкие границы растушевываю опять более светлым.
светлую щеку и живот слегка затонирую в более холодный оттенок. А оттенок грудки можно сделать, наоборот, более теплым с помощью бледно-розового. Осталось закрасить лапку. Добавляю на нее объем. И будем переходить к цветущей ветке. Сначала добавлю в серединку каждого цветка немного ярко-розового. Дальше растушевываю резкие края вокруг серединки с помощью бледно-розового. И закрашиваю все лепестки. Теперь добавлю на каждую веточку еще больше цветов, которые видны нам только частично. Какие-то отдельные лепестки по краям и еще не раскрытые бутоны. Добавляю на бутоны еще немного ярко-розового. С помощью серых проработаю объем всех цветов, утемню более дальние и добавлю тени между лепестками. Сверху опять слой бледно-розового, чтобы сгладить переходы и убрать серость.
Дальше закрашиваю коричневым ветку. Прорисовываю ножки у нераскрытых бутонов. И добавляю местами среди цветов небольшие листочки. Теперь нужно придать ветке более объемный вид, добавить текстуру коры. А также прорисовать прожилки на листочках. Прохожу по ветке сверху еще одним слоем коричневого. А тень на ней усиливаю черным. В нескольких местах на коре можно добавить зеленоватые пятнышки наросших лишайников. Для этого смешаю синий с лимонным. Листочки и ножки бутонов тонирую ярко-розовым. Также утемняю серединки цветов. На концах листочков можно добавить переход в зеленоватый оттенок. Thank you.
серединки сделаю еще темнее. И можно переходить к фону. Добавляю вокруг синицы бледно-голубую заливку. Осталось добавить четкий контур линером и доработать блики и мелкие детали белой ручкой.
конце, в середину каждого цветка, добавляю пучок тычинок. Вот и готовая работа. Ставьте лайк, если вам понравилось ее рисовать. Свои рисунки выкладывайте в Инстаграм и добавляйте мой хэштег, если хотите, чтобы я их увидела. Первые 15 работ попадут в одно из следующих видео.